Начинаем с вами наш сегодняшний день, как мы обычно это делаем. Сегодня я постелила новую новогоднюю скатерть, покажу вам, как это выглядит. Обязательно оставлю ссылочку в телеграм-канале для всех. Заходите, смотрите, кому нужно, кому интересно, какие-то, в общем, для себя подсказки для жизни. Скатерть сегодня у нас не очень дорогая, ну и жизнь вообще подорожала, поэтому что-то могу я себе позволить подороже, а что-то, в общем-то, и нет. И я думаю, что не стоит этого делать. Поэтому эта скатерть, я думаю, будет доступна многим. Может быть, кто-то захочет себе на Новый год сделать подарок. Тоже такой неплохой. Вот в Валбересе, в магазине я заказала. Я ничего не рекламирую. Честное слово даю. То, что я приобретаю себе, я показываю также и вам. Да? Я уже неоднократно, вот предыдущие мои влоги, кто смотрел, даже вот платье или какую-то одежду я снимаю. Одежду тоже я не заморачиваюсь ни с какими брендами. Я вообще считаю, что это просто бесполезная трата времени своего и чужого, бесполезное выкидывание денег на совершенно ненужные вещи, да, потому что есть на свете гораздо больше полезные вещи, чем, там, я не знаю, пойти в дорогой магазин купить что-то. Полюбуйтесь, посмотрите. Марат ездил в магазин Leroy Merlin. Это видео оттуда. Там вот такие разные всякие новогодние инсталляции, которые работают. Какие-то от батареек, какие-то от сети. В общем, очень красивые всякие штуки. Обратите на них внимание, если кому-то нужно. Там, в принципе, приемлемые достаточно цены. Поэтому можно что-то взять на вооружение. Ну и просто вам для новогоднего настроения, для тех, кто не ходит по магазинам, полюбуйтесь, посмотрите, что сейчас продают, что нового появилось. Конечно, ну как бы это китайские товары, да, здесь представлены, поэтому если, конечно, мы будем их сравнивать, например, с той же самой Германией, они по качеству похуже. Вот, как сказал Марат, люди все кидаются, подходят поближе, но понимают, что, наверное, качество немножечко не дотягивает, я бы тут сказала так, да, то есть товара сейчас много, безусловно, и китайского на рынок хлынуло, но качество все равно еще недостаточно прям супер хорошее, поэтому если у вас, как говорится, есть деньги, нужно, конечно, безусловно смотреть, если вы что-то приобретаете. Ну, в общем, ну, я думаю, что рано или поздно все эти товары все равно будут, как вы сами понимаете, хорошего качества и достойного. Все к этому и идет. Просто на рынок больше всего хлынуло, поэтому вот такая получилась ситуация и история. Вот такие дела. Новогоднее настроение, Новый год все ближе, ближе и ближе. Происходят уроки. Происходят у нас тут уроки. А я достала игрушки елочные. Ввалила их на стол. А Тимошка вместо того, чтобы делать уроки... Ой, господи, Марат там так кричит. Хороший собак, хороший собак, хороший собак. Так, вот это макушка. Ну, кстати, я не знаю, влезет она на нашу новую елку. Я вам сейчас покажу елку. В итоге мы не купили ни в Оби, ни в Хофе. Да, я тебя не снимаю, между прочим. Вот, поэтому не знаю, влезет ли эта макушка. Сейчас будем смотреть. Елку покажу. Ну, что это? Ну, что это? Вот, чтоб все на тебя посмотрели. На хулигана. Давай, 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 давай. Пиши уже, пиши. Все, буду доставать сейчас игрушки, будем наряжать елку. Фея пришла, смотрите. Пришла фея наряжать елку. Так, это какой-то старый чек, не знаю, что за чек, здесь у него. Вот, а это все тоже старые игрушки. Старые игрушки всякие. Вот эти шары мне нравятся тоже, они красивые, но, по-моему... Не знаю, может, 1-2 осталось, но не более того. Доделывай свои уроки и пойдем уже наряжать елку. Я
Я, кстати, придумала, если она не влезет на елку, то я ее впендюрю в эту, в инсталляцию. Сейчас я вам покажу, какую мы елку купили. Мы, правда, с этими всякими, пока ее собирали. Правда, она собирается очень легко и быстро. Ссылку на елку я вам оставлю в телеграм-канале. Да? Отныне я буду ссылки оставлять там и всю дополнительную информацию, фотки там, да, всякие на вещи, которые там я покупаю. Да? Но я сейчас не очень много покупаю, но, в общем, буду оставлять там. В общем, вот такая вот у нас получилась красивая елка. Мы ее наряжали. А сверху висит, как правильно это называется, занавес, да? Занавес. Вот. А елка стоит очень, кстати, удачная, потому что у нее внизу такой железный такой каркас, да, такой как квадратик, такой прям квадратик. Вот. И качество она, это литая елочка. И сверху у нее вот такой вот как снежок сделан, да. По качеству мне понравилось. Мы очень долго выбирали, потому что я девушка привередливая. И плюс, естественно, она нам подходит по габаритам на подоконник. Потому что у нас очень много, в общем, встроенной мебели дома. И не влезает у нас большая такая крупногабаритная елка. Ну, можно было, конечно, ее тут вот как бы сюда сбоку поставить. Но что-то как-то, не знаю, не очень мне хочется. С учетом того, что собака тоже, да, мало ли. Значит, Марат купил лампочки, съездил, да, отдельно, новые. Потому что у нас были хорошие, тоже хорошего качества лампочки. Вот лампочки вот такие, да. Они на таком, на серебряном проводочке, вот видите, да? Куча режимов, короче, крутые лампочки. Они недешево стоят, 3 с чем-то тысячи отдал. Ну, в общем, они, короче, клевые. А те нам не подходили, потому что они были на ярко таком темно-зеленом проводе. И на этой елке, то есть вот эти елки, на них, безусловно, то есть нужно либо белые провода, чтобы у вас были, да, а зеленые не подходят. То есть как бы везде есть свои нюансы. Как-то хочется понежнее елочку, тем более с учетом того, что у нас, как вы сами понимаете, да, голубые занавески сбоку висят такие синие, бархатные, которые у нас переехали из прошлой квартиры, мы их перешили. Поэтому я честно скажу, я играла тут с разным цветом, но не все сюда подходит, вот. Поэтому вот такие вот дела. Небольшие вкрапления в этом году я сделала вот такого тоже синего цвета, там немножко голубого, да. Ну, вроде ничего получилось. Вот это два шара из азбуки вкуса. Они безумно, конечно, красивые. Мне нравятся. Это стекло, да, ручная работа. Вот, но они прям безумные, красивые шары. И макушка тоже классная. Вот такие вот дела. Сейчас покажу разные режимы на елке вам. А, ну и самое главное, да, вниз я стелю. Вот это вот я покупала в H&M's, по-моему, да, вот эту вот скатерть. Это скатерть вообще. Она для квадратного стола. Я ее скручиваю, вот так вот красиво кладу. Ну, а здесь у нас стоит инсталляция, которую я делала в том году. Я снимала кучу инсталляций, да. Кому надо, зайдите в прошлые влоги. Я, скорее всего, выложу в описании к видео, выложу ссылки на прошлогодние влоги. Так, что-то у меня тут с цветком случилось. Чтобы вы могли посмотреть. Алиса, выключи занавес в столовой. Угу. Пока я ходила, Тимошка уже включил инсталляцию нашу. Вот, кстати, пульт. Пульт от нашей елки. Тут вот разные всякие есть режимы. А теперь мы вам показываем нашу красавицу елку в темноте. Переключение разных режимов нашей электрогирлянды. Пульт я вам уже показывала. Марат переключает, я снимаю. В общем, это лампочки нового поколения, поэтому обратите на них внимание. Может быть, кто-то захочет приобрести такую красоту. Всем советую. Thank you.
теперь немножечко отвлечемся и пойдем прогуляемся. У нас в районе поставили памятник, кто не знает, Фиделю Кастро. Дедушка гуляет, памятник снимает. И пока он снимал, подошел поближе, обратил внимание на то, что изначально Фидель держит сигару. Да, то есть она специально, из специального материала сделана, обратите внимание. Но какие-то добрые люди вставили ему вторую настоящую сигару. Она с другой стороны, она лежит как бы на его пальцах и на другой сигаре, которая уже изначально в памятнике придумана. В общем, там все время кто-то обновляет цветы и кладет сигару. Вот такие вот дела. Есть у нас в семье такая вот традиция, когда кто-то входит в дом, и мы спрашиваем, кто там идет. Вот. На вопрос, кто там, всегда все отвечают 100 грамм. Вот. Ну а что было дальше, мы вам сейчас покажем. 100 грамм пришел? Ну да. Где 100 грамм? В жопе. У кого? У чеснока. Чеснок? Я купил чеснок. Ты купил чеснок? Он купил чеснок. Не тряси, он сыпется. Хоть бы что-нибудь еще купил. Чеснок и все. Самый совершенный из планет, все трезво, все разумно, все толково. Чего там только не было, чего там только нет, но хочется чего-нибудь такого, такого. Хочется чего-нибудь такого. Ой, кто пришел? Фея Рада. Подожди. Фея Рада. Фея. Ты что убежал-то? Ой, нет, а я там мандарин себе положила, а она пасет его. Мандарины, мандарины. Ты там мандарины? Ой-ой, там мандарины, папа. Потеплело? Да не очень. Холодно там опять? Да. Ой, хорошо, что я не пошла. Так, я готовлю сегодня рыбку. У меня осталась в морозилке горбуша, которую папа поймал, да. И вот это, видимо, два карпа. Ну, я решила их не жарить, а запекать. И посерединке, как всегда, вот положила лук. Не знаю, попробую, вкусно, нет, расскажу потом вам. Ну, в общем, тут я варю, короче, макароны. Попросили детей макароны. Вот, главное мне их сделать альденте, то есть не переварить. А то, как говорится, не дай бог кто-нибудь отвлечет, все у меня бывает, так сказать. Гулять пойдешь. Гулять пойдешь, да? Пойдешь гулять. Ой, пойдешь, да гулять. Ничего не видит. Банец весь борт. Куда ты лезешь-то, Муся моя? Скажи, я соскучилась, папа. Или гулять пойдем? Пойдем, скажи, Кази, пойдем. Перегулять хотел. Пойдем гулять. Долго пойдем. Так, фея на царство. Я сейчас сниму. Вот это специальная такая створка у нас. Тут фейником платьишки, комбинезончики, мячики. Так, ошейник вам нужен? Я сначала кафтан. Но все равно ошейник возьмите. Вам мяч нужен? Да. А какой? А любой. Светлый. Светлый? Желтый. Вот этот грязный ввалили сюда. Так, комбинезон. Уже зимний, пора доставать. Снегурочей. Смехом. Все, зачехлили, мадам. Ой-ой-ой-ой-ой. Помочь тебе? Не да. Справишься? Мусечка. 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 Не, она вообще вся серая прям наполовину стала. Я поменяла скатерть новогоднюю, уже такую постелила для настроения. Тем более, что у нас елка стоит. И здесь у нас на обеденной зоне будет вот такая вот. Обеденная зона будет у нас в Снежинках. Ну, принцип вы понимаете, да? Вниз скатерть я всегда стелю. Скатерть. Вот. Ссылку оставлю
на телеграм-канале. Да, туда отправлю ссылку. Ну, вот это натуральная скатерть. Кстати, она не очень дорогая, но достаточно неплохого такого качества. Вот. В общем, у нее неплохое достаточно качество. Такая она хлопковая. И сверху, естественно, я застилаю вот этой вот специальной пленкой, потому что без нее, естественно, все запачкают. Но я хочу сказать, немножко мне поднадоело даже та красивая, потому что, ну, дома очень быстро все приедается и надоедает. Особенно мы сейчас болеем, сидим дома безвылазно практически. Вот. Поэтому надо что-то, как говорится, менять. Но мне очень нравится прям такое уже новогоднее настроение. Особенно в Москве был дождь, снег растаял. Но сейчас уже лучше, в общем-то, за окном уже снежно. Но тем не менее, ну вообще красота снежиночная. Мне безумно прям нравится. Вот, так что немножко так стараемся повысить себе настроение хотя бы вот такими какими-то элементами декора. Чтобы долго не морочиться, я поставила свечи, которые вам показывала. Да, они где-то 900 рублей стоят. В Оби мы купили. Ну как, где? В Оби нашла свечки. Вот, они меняют цвета, мне так нравится. Но главное, что на этом столе, да, это очень удобно. Их можно, в общем-то, быстро убрать и выключить. В общем, никаких проблем, перенести куда-то. Решила цветочки всякие не ставить. Фея, что ты там балуешься, ходишь? Фея что-то балуется, ходит тут. Ей все интересно, что мама снимает. Очень интересно. В общем, вот так вот. Тимошка, а если погасить свет, Алиса, будет еще красивее. Выключить где свет? Ну да, можно было и так. У нас тут везде иллюминация, потому что здесь у нас лампочки, там у нас лампочки, и плюс тут у нас свечи. Ну, в общем, полный релакс. Все, красоту навели, уже можно садиться делать уроки. Да-да-да. Уже надо, потому что Тимофей только читает, ничего пока... Видите, какой у нас кашель вообще жутчайший. Не знаю я. Сейчас достанем ингалятором, будем дышать. Мы дышали другим лекарством, сейчас будем другое. Нам назначили снова лекарство. В общем, красиво. Красиво. Релакс. Царство снежной королевы. Год тигра, он еще не закончился. Значит, следующий год кота начинается у нас с 22 января. И что я хочу по этому поводу сказать? А то, чтобы вы были аккуратны. Потому что тигр, он может, как говорится, догнать вас в самый последний момент. Да. И на дорожку, как бы сказать так, сделать вам эф. Ну, не аф, а поцарапать вас своей тигриной лапкой. Поэтому будьте осторожны, держите ушки на макушке. У нас с вами будет следующий год кота или кролика водяного, черного водяного. Ну, кого вам нравится? Что кот, что кролик, они, в общем, животные, помягче сказать, любвеобильные. В общем, нам это не важно. Единственное, что кролик делает это молча, да, кот немножечко очень, как бы, как говорится... на мир весь. Любвеобильные, то есть год, в общем-то, должен быть такой достаточно, в принципе, должен быть миролюбивый. В принципе, год неплохой, и у семьи должно быть все хорошо, но я вам сейчас хотела сказать информацию о черном цвете, потому что сейчас везде пестрит, сеете информацию через свое, как говорится, внутреннее сито, да, которое находится у вас вот здесь, называется серое вещество. Пожалуйста, сеете через свое мозговое сито всю информацию, которую сейчас выкладываю в социальных сетях и вообще везде. Для чего я это говорю? Значит, советуется и считается, что хорошо будет встретить этот Новый год в черном цвете. И вот что я вам хочу сказать, мои дорогие. Мои дорогие россияне, да, чтобы вы понимали, я вам не советую встречать Новый год в черном цвете. У нас в семье есть такое поверье, что если ты в черном цвете встретишь Новый год, не дай бог еще, если ты оденешь на этот Новый год жемчуг, то будь уверен, что в семье кто-то должен уйти.
Вот, поэтому будьте аккуратны с черным цветом. Сам Новый год я вам не советую встречать. Вот именно сам Новый год. И Рождество я вам тоже не советую встречать в черном цвете. Особенно если вы православные. Какой черный цвет может быть в Рождество? Забудьте об этом. Мода придумана. Слово «мода». Переверните слово «мода», и вы поймете, кем придумано, кем вообще, в принципе, придумана мода. У меня была, кстати, такая книжка тоненькая, лет 10 назад. Вот, там прям так как было и написано. Мода придумана адом. Ну, увы, как бы это ни было, как бы это ни было банально и ужасно это не звучало, но это так и есть. Вот. Дальше, что я хочу сказать, не встречайте Новый год в черном цвете, даже если вы уже купили какое-то платье. Вот именно сам Новый год, я вас просто прошу и умоляю, год предыдущий был сложный, год тигра, он уходит. В ночь 31 на 1, вот зачем вам это нужно? Вот если вы хотите 22 января отметить по китайскому календарю Новый год, то, пожалуйста, китуш, сикснакс, прямо они меня, не знаю, раздражают. Я вам от души просто советую, не встречайте Новый год в черном цвете, да, просто прошу и умоляю, пожалуйста. Поэтому будьте аккуратны тут же с таким, потому что вот я сделала маникюр, да, то есть у меня черная окантовка. Я на Новый год бы вам все-таки не советовала делать вот эту черную окантовку, поэтому осторожно, прям чересчур черный цвет. Потом обратите внимание, у тигра у нас все равно все-таки полоска, да, она полоска оранжевая, полоска черная. Вот, поэтому я не советую вам с этим черным цветом входить вот в эту черную полосу, в узенькую черную полосу этого тигра. Поэтому, потому что под конец все-таки он может вас царапнуть. Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это на нас с этим накладывает, и в то же время от нас требует. Мы должны провести наше мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать. Необходимо приложить игру фантазии. До новых встреч. Пока-пока. Не забывайте ставить лайки.